Всем привет, ребят! Ну что, мы на аккаунте моего подписчика Игоря. Он попросил паролить ему под коллекционера. Я, конечно же, не смог отказать. Это, наверное, сейчас мы посмотрим, будет последний роллинг на сегодня, если там ребята не поотвечали. Да, больше не поотвечали. Были, конечно, ну, разные, скорее всего, часовые пояса. Я просто поздно сегодня вернулся. Поехали. Находится Игореха в гильдии регион 59, босс 19.30, форте 12.00, прием через собеседование. Кидайте заявочки, вступайте. Первые, вторые, третьи места битвы гильдии, атака фортов. Аккаунт у нас немножко донатный, до шапки не хватает. По героям 75-91. Фобос, Космо, Трифит, Оккультист, Свалинг, Рогатка. Вот так вот. 44 тысячи самоцветов. Не буду затягивать время, потому что реально устал. Надо вам на завтра делать видосы еще. Поехали. 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 Будем пробовать вытащить ему под коллекционера что-то веселое, интересное. Конечно, было бы неплохо получить Фобоса, Космо. Да и любого недостающего. Капитан Рогаточка, пожалуйста. Просто уже есть на аккаунте. Получи, распишись. Поздравляю, первый герой у нас есть. Так, окей, поехали дальше. Варлок. Варлок, варлок, варлок. Ведьма тыква. Суккуб. Трифит. Тыковка опять. Ну, Трифит у нас тоже, по-моему, его нету. Ну, это такой, знаете, средненький герой, но второй недостающий. Второй недостающий, поздравляю. И сразу же бог грома падает нам. Медуза. Еще одна медуза. Рэнки. Хранитель. Ух, пошла жара. Друид. Леди Лео. Рандомчик, ну давай. Афинка. Нам бы какого-то Фобоса, какого-то Космика. Было бы неплохо. Ну и, конечно же, неплохо было бы собрать. Но я смотрю, так падает как-то печальненько. Ну, 9.15 уже, в принципе, довольно-таки неплохой шанс дособирать полностью все слизни. Хорошие противники, 20-30 прорывы с зефирками. Что еще надо? Суккуб, Дракула. Блин, ну бочка это имба. Кто верит в то, что бочка имба, ставьте лайк. Фрэнки, какой там уже третий? Бугимен. Блин, ну классные герои падают. Малышник. А хорошие леги падают. Но они все здесь уже есть. Гаргул. Имка. Ну напоследок. Кенди. И Суккуб. Вот такой вот, ребятушки, у нас получился роллинг. Я не знаю, он, наверное, самый-самый печальный на сегодня. Вот честно, вот самый печальный. Хоть мы вытащили двух недостающих героев, но, блин, ну, Рогатка классный герой, не спорю. Хотелось бы, конечно же, вытащить Космо, Трифит. Ну, для линейки в любом случае тоже нужен. Ну, максимум, что мог, то сделал. Правила остаются одни для всех. Если один слизнячок не выбиваем, мы, конечно, делаем ход конем. Если выбиваем, то все good. В общем, пишите комменты, ставьте лайки. Бывают и такие видосы. Я все видосы записываю, все видосы выкладываю. Это рандомчик. Ну, один видос по-любому с 10 должен быть не имбовым, потому что когда все имбово, это все, это админ. Все, всем удачи, всем пока.